Деньги делают деньги. Вы наверняка слышали эту фразу, что если у вас есть много денег, вы можете сделать еще больше денег. Почему богатые богатеют быстрее? Потому что деньги приумножаются. Вы можете их инвестировать в пассивный доход, в активный заработок. Вы можете в свой бизнес, в банк положить на счет. Деньги делают деньги. Намного проще разбогатеть, когда они у вас есть. Но здесь еще у меня есть другая фраза. Деньги делают меня счастливой. Для того, чтобы я наполнялась ресурсом и сделала еще больше денег. Это как раз-таки к теме о том, как проще зарабатывать пассивным доходом или активным заработком. Вообще на себя ни хера не тратить, еще больше денег. И наконец-то что-нибудь себе купи. Я в это не верю. Нужно наслаждаться каждый день. Очень многие считают, что нужно зарабатывать пассивным доходом. Это круто. Все, что ты зарабатываешь, все время откладывай. Вообще на себя ни хера не тратить. И все, что ты отложил, потом вложи в какую-нибудь вот в акции, в золото, в куда-нибудь там, в недвижечку. И когда-нибудь твой пассивный доход вырастет до тех высот, что ты сможешь на эти деньги спокойно жить и, наконец-то, что-нибудь себе купить. Я в это не верю. Я верю в то, что жизнь нужно жить каждый день. Жизнью нужно наслаждаться каждый день. И если ты поработала и заработала денег, то не все до последней копейки нужно отложить на какой-то черный день, на какой-то безопасный 3% вклад. Эти деньги можно инвестировать в себя, в свое образование. Ты лучшая инвестиция для себя. Свое образование, свою радость, свое удовольствие, хобби, которое приносит тебе счастье. Друзья, поездки с друзьями. Образование, классные курсы, работа над собой, развитие себя как личности, да, рост, личностный рост, купить себе классную одежду, купить себе красивые цветы, чтобы у тебя дома всегда стояли свежие. То есть это инвестиция в себя, в свое настроение, в свой ресурс энергетический. И когда у тебя есть энергия, когда у тебя есть хорошее настроение, у тебя есть намного круче возможности заработать больше денег. Не каким-то пассивным доходом, на чьих-то акциях, чьего-то продукта, над которым ты не имеешь никакого контроля, потому что ты не несешь ответственность за продукт других людей. Может быть, эта компания облажается, завтра их разнесут просто в соцсетях и в интернете, в СМИ, и все их акции рухнут. Но ты можешь нести ответственность только за себя. Поэтому, возможно, для кого-то деньги делают деньги. Я считаю, что деньги делают меня счастливой, меня лучше, помогают мне развиваться, помогают мне красиво одеваться, круто путешествовать, вкусно кушать, умно обучаться. И за счет этого у меня рождается энергия делать еще больше денег, чем если бы просто мои деньги делали деньги. Вот такой мой подход. Напиши мне, что думаешь ты, согласна ли ты и согласен ли ты в том, что главная инвестиция в твоей жизни – это ты. И что не нужно откладывать каждую копеечку на жизнь завтра, что нужно жить сегодня. Я не говорю о том, чтобы все полностью транжирить. Да, как что-то можно откладывать, что-то можно инвестировать, но обязательно инвестировать также в себя, в то, чтобы чувствовать себя классно, быть здоровым, может быть, на диетолога, на качественную еду, на хороший спортзал, на тренера по спорту, на оздоровление, на то, чтобы купить себе красивые вещи, классные часы, дорогую тачку и получать кайф от того, что ты на этом ездишь. Не от того, что кому-то утер там нос, а потому что ты себе сделал приятно. Ты поработал, ты заработал, и ты получил от этого удовольствие. То есть ты не раб будущего, а будущего нет. Завтра – это иллюзия. Каждый раз, думая о завтра, мы приходим завтра – это опять сегодня. То есть завтра – это всегда иллюзия. Мы живем только сейчас. И только проживая жизнь здесь и сейчас, ты можешь быть по-настоящему счастливым. Ставь пальцы вверх этому видео и напиши в комментариях, что выберешь ты. Деньги делают деньги или деньги делают тебя счастливыми, а ты создаешь ресурс, чтобы делать еще больше денег. На этом все. С вами была Анна Ясницкая, психолог из Калифорнии, коуч по развитию, коуч по успеху, с образованием из Великобритании. Я вас обнимаю, целую и посылаю вам любовь. Пока-пока.